Ежегодно после зимнего периода в Подмосковье начинается весеннее благоустройство. Месяц чистоты и благоустройства проходит с 1 по 30 апреля. За это время в городах и поселках региона наводят порядок и готовятся к майским праздникам. 22 апреля в рамках Всероссийского субботника работы по наведению чистоты и порядка продолжались на нескольких площадках округа. Всего в Раменском городском округе было организовано более 30 официальных мест для проведения субботников, но территорий, где наводили порядок, оказалось, конечно, в десятки раз больше, ведь в нашем округе 238 населенных пунктов. На Всероссийский субботник в подмосковном регионе вышли 540 тысяч жителей. В Раменском городском округе в нем приняли участие около 2000 человек.